Всероссийский конкурс чтецов. Дети читают стихи. Исрафилова Аделя, город Нижнекамск, лицей номер 14. Стихотворение «Боль земли». Автор Сергей Михалков. Боль земли. Вращаясь в космосе в плену своей орбиты, не год, не два, а миллиарды лет, я так устала, плоть моя покрыта рубцами ран, живого места нет. Терзает сталь мое земное тело, и яды травят воды чистых рек. Все то, что я имела и имею, своим добром считает человек. Мне не нужны ракеты и снаряды, а ведь на них идет моя руда. А что мне стоит только штаб Небеда, его подземных взрывов череда? Зачем друг друга люди так боятся? Что, позабыли о самой земле? Ведь я могу погибнуть и остаться обугленной песчинкой в дымгле. Не потому ли, загораясь мщением, я против сил безумных восстаю и, сотрясая твердь землетрясением, своим болезням свой ответ даю. И не случайно грозные вулканы выплескивают славы боль земли.